что за дом притих, погружен во мрак на семи лихих продувных ветрах. Всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Хоть устать я устал, а лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги. Никого, только тень промелькнула в сенях. Да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь как, все равно в кабак. А народишка, каждый третий враг. Своротят скулу, гость непрошенный. Образа в углу и те перекошенный. И затеялся смутный, чудной разговор. Кто-то песню стонал и гитару терзал. И припадочный малый, придурок и вор, мне тайком из-под скатерти нож показал. Кто ответит мне, что за дом такой? Почему во тьме, как барак чумной? Свет лампад погас, воздух вылился, а лежите у вас, разучились, двери настежь у вас, а душа взаперти. Кто хозяином здесь, напоил бы вином, а в ответ мне, видать, был ты долго в пути. И людей позабыл, мы всегда так живем, траву кушаем, век нащавели, с кислыми душами обрыщавели, да еще вином много тешились, разоряли дом, дрались, вешались. Я коней заморил, от волков ускакал. Укажите мне край, где светло от лампад, укажите мне место, какое искал. Где поют, они стонут, где пол не покат. О таких домах не слыхали мы, долго жить в потьмах привыкали мы. Испоконно мы, вслед о шепоти, под иконами в черной копоти. Из мрада, где косо висят образа, я башку очертя гнал, забросивши кнут, куда кони несли, так летели глаза. И где встретят меня, и где люди живут. Сколько кануло, сколько схлынуло, и кидало меня, не докинуло. Может, спел про вас неумелая, очи черные, скатерть белая.